А теперь следующая команда, которая выходит на сцену. Выступает она впервые, собралась специально для сегодняшнего фестиваля. Казалось бы, новички, но многие из вас их прекрасно знают. Дело в том, что это дебют команды КВН «Сборная блогеров Израиля». Ваши аплодисменты! Джихад, Хамас и Хизбалла стреляют с ночи до утра, но только йеменец попал, так сразу Биби на ушах. Ну что сказать теперь, ой, вей, в атаку, да повеселей. И вот опять глядим в окно, а судят, а нам все равно. Дымок, сегодня в Йемене дымок. Дымок, Сахал устроил там дымок. Дымок. Добрый вечер, дорогие подписчики. Сегодня наша команда вам покажет, расскажет, обсудит, споет. Но красиво. А что происходит? Черт, гребаные авторские права. Не знаю, не знаю, не слышала о таком. From the river to the sea. Да-да, во мне и такие есть. Фу, какая жесть. Некрасиво. Хотя бы за деньги. Так и запишем. Ютуб поддерживает конституцию. Так, что? Какая конституция? Гребаный автокорректор. Не знаю, не слышала про такие. Старый клён, старый клён, старый клён стучит в стекло. Всем привет! Сегодня что, судный день или восстание? А вы из какого города? А школа какая? А что это она делает? А, раньше так в друзья просились. Бабуль, а вы что тут делаете-то? Одноклассницу ищу. А, Аську еще полгода назад похоронили. А вы помните, какая она была? Никакая? Зря вы так. В ICQ не было недостатков. Не было звонков. Не было видео. Не было фотографий красивых. И некрасивых. И некрасивых. Да ничего не было. Это вы все виноваты в ее смерти. Пойду искать другого друга. Вайбер! Вайбер! Ладно, что у вас нового? Новости от блогеров. Всемирная ассоциация кротов выбрала Яхия Синуара своим президентом. В Тель-Авиве произошла драка между эритрейцами, суданцами и эфиопами. Девятый канал сразу отказался вести репортаж, так как, цитирую, «хрен разберешь». Президент Байден и сегодня не забыл, что он Байден. А что президент? А что президент? Ясно. Раскрыта основная цель полета Биби в США. Передать Яиру в Майами супчик от Сары. Оказывается, стрелок в Трампа работал не один. В это же самое время на соседних крышах были еще двое, целившиеся в горло и нос соответственно. 200 тысяч французских евреев готовы прямо сейчас переехать в Израиль. Среди них по-любому будущий мэр Нетании. А у тебя там что? Что за новости? Какие новости? Еда, еда, еда. О, котенок, еда, еда. О! Попа Ким Кардашьян! Красиво! Как котенок, как еда. Провайдеры.
Ран разберите, им бы в жизни вообще не го. Кринч красит хайп, харе бомбить вайб. Что это? Наложи ограничение 14+. О, привет, душнилы. Может, купите сигареты или подписку без лимита? Ты вообще кто? Ты что? Ты здесь зачем вообще? Спасаю публику до 16 лет от контента дольше 15 секунд. Короче, за сколько сделали, настолько внимания и хватило. Кстати, вы видели? Там в жюри Семен Графман сидит. Он ко мне, между прочим, частенько заглядывает. К тебе? Да он же у меня безвылазно сидит. Ай, да ладно, девочки. По вечерам он мой постоянный гость. Ой, он то красиво, то некрасиво. То красиво, то некрасиво. То красиво, то некрасиво. То есть он, гад, по всем нам прошелся? Он и ко мне заходил. Пам-пам! Вы ничего не докажете! Ну и что хотелось бы сказать в конце? А что ты делаешь? Я кружочек пилю. Так, Facebook хватит тырить тренды? Да я ж не для себя, я ж для людей стараюсь. Лучше скажи что-нибудь длинное и ни о чем. Ну, как ты умеешь. А, на самом деле, мы серьезные блогеры, которые работают на многотысячную аудиторию. И мы согласились сегодня выступить по спецприглашению президента лиги. И поэтому именно к нему мы и обращаемся. Дядечка, верните нам пароль от наших соцсетей. Но пожалуйста! Сяду у экрана снова, тыкну мышкой кнопку отрешенно. Над столом в красивой форме, под столом в трусах, и это норма. Свет, зеленый свет, прямой эфир, и с вами снова я, мой зритель. Я снимаю блог, я в телевок, и ваших знаний покровитель. Пусть мы далеки, когда и нет, но интернет нас не соединяет. И у нас одна, да-да, одна, к своим подписчикам любовь. А я хочу блогером вести контент-стокера. Я хочу, чтобы им дышать и трендовый видос снимать. Я хочу блогером... Лайк. Скажите, приятно, когда выходят израильскую сцену, КВН, израильские известные блогеры и в финале поют песню знаменитой израильской певицы.